Сәлем, менің есімім Дора. Мен ва менің жамуам фермерлер ва экспортерлер бір-біріні добуши үшін. Еще раз. Навруза, Дилдора ва Даниэлла. Бу кызлар Өзбекстандагы дехканчылыкны яңгы дәрәҗәгә алып чыгышка ахт кылганнар. Оддий юл белән эмас, балки технологиядан файдаланган халда. Навруза дехканчылыкка асосланган видео ойыннар ярдәмендә фермерларны молиявий рәхбатландырышны күзләмәктә. Ва аксар адамлар бундай ойыннардан завк алышы, ойыннар өчен икеләнмәй пул сарфлашы ва ушбу иштиякны фермерлик фаалиятын рәхбатландырышка юналтырыш мөмкинлеге хакыда гапырады. Люди проходят процесс игры, выращивая то, что они хотят употреблять, и эти деньги поступают на счет фермера. Он выращивает и отдает покупателям и по выгодной цене. То есть здесь сам фермер устанавливает цену. И это намного выгоднее, чем покупатель покупает в оптовых рынках. Не в оптовых, а на розничных рынках. Потому что пока через оптовые перекупщики продукт, пока поступает на полки магазинов, там накручены большие проценты, иногда доходит до 300%. Дилдора эсе 3 йыл аввал кышлак хожалыгы мәхсулатларын экспорт кылыш белән шөгыльләнә башлаган. Бирок у мәхсулат даладан то экспортка чыгып кеткәнгә кадәр мураккаб юлларны басып үтүшегә гувах булган ва дехканлар, экспортёрлар һәмдә трейдерлар бер-берене осан гына тапа аладыган платформа яратышка киришкән. Я поняла, что спустя 3 года, и потеряв достаточно много денег, и видя, что абсолютно все в агроиндустрии в Узбекистане теряют деньги, я понимаю, что для того, чтобы наконец-то начали зарабатывать люди в этой индустрии, нужно создать платформу, нужно создать систему. Иначе я не вижу будущего. И именно этим мы занялись полгода назад, и вот буквально несколько дней, как мы наконец-то создали нашу платформу, и сейчас мы ее тестируем на фермерах, на фокус-группе. Асли каспы маркетолог болген кыргызстанлык Даниэлла эсе резервуар мевалары даладан бевосита якуни истемолчыга осон ва арзан жолда жеткизип бериш тизимини яратмакта. У Өзбекстан кышлак хожалыгы сахасы истикболлы экенини тактилейди. Ну, смотрите, ягоды мы начали продавать из Киргизии в Казахстан. Вот. Поисследовав рынок Киргизии, я понимаю, что для того, чтобы обеспечить большой объем, мы не такая большая страна, мы достаточно маленькие. Вот. Казахстан я вижу как рынок сбыта очень хороший, и Россию в том числе. А Узбекистан, он богат своей природой, своими овощами, фруктами. И несмотря на то, что здесь есть какие-то нюансы, о которых говорит Дилдора, я думаю, что со временем оно улучшится и... Я люблю Узбекистан. Я хотела сюда переехать, если бы не пандемия, мне пришлось вернуться домой, там спокойнее. А так я планирую сюда переехать и активно заниматься развитием сельского хозяйства и агробизнеса в Узбекистане. Мне очень это нравится. Кышлак хужалыгыда бизнес белән шөгыльләнеш кызлар өчен авырлык кылмайдымы? Могу сказать то, что как девушке мне, конечно, было сложно начинать, но я вот у меня была цель, и я была нацелена идти, пока не добьюсь своего. Собрала все силы, команду. Команду тоже очень сложно собрать, хорошую, ответственную команду. Но я это делала, потому что я верила в свою идею. Семья, в которой я росла, мои родители, честно говоря, у нас никогда не было какого-то разделения, что ты девушка, ты слабее, даже и намека. То есть у нас, наоборот, всегда с нас как бы требовали, давай, показывай, ты сможешь. Вообще Узбекистан — это такое идеальное место именно для агробизнеса, потому что у нас для этого есть все: климат подходящий, трудолюбивые люди, фермеры. Просто вот я скажу, потенциал огромный, и если... Возможно, у фермеров есть желание, но им надо помочь. Поэтому я однозначно думаю, что потенциал есть. И если работать в этом направлении, то мы можем развиться до такого уровня, вот как вы сказали, Голландия или другие страны, которые очень развиты в этой сфере.